Приветствую вас, мои уважаемые подписчики, вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы с Валерой пойдем играть в казик на сервере Ричмонд. Как говорится, испытать свою судьбу. Выиграем мы бабки или не выиграем? Братан, а перед началом видеоролика я хочу попросить тебя, чтобы ты поставил лайк, написал свой топовый комментарий, поставил колокольчик для уведомлений и подписался на канал. Также, уважаемые мои подписчики, казино не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не иди играть на последние деньги, ведь ты можешь слить все свои бабки и остаться без ничего. Бери ту сумму, которую тебе не жалко. А если ты хочешь поиграть со мной, переходи по ссылке в описании, в мой Discord, Telegram и группу ВКонтакте. В казино я хожу на стримах и играю я 300 тысяч долларов, это 3000 фишек. Не нужно писать мне в ЛС, там пойдем сыграем, пойдем туда-сюда. Я же вам сказал, что хожу только на стримах с подписчиками играть. А если ты еще не играешь у нас на проект, а я играю на сервере Strawberry, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи к нам на сервер. Также ты можешь зайти на любой сервер. А для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод, а этот промокод Трунов. Чтобы его ввести, тебе нужно зайти в игру, нажать на F10, нажать на шестеренку, нажать на промокод, ввести сюда вот этот промокод, он будет в описании. Также зайти в подарки, забрать випку на 10 дней и 12 500 долларов тебе будет капать до 5 уровня, а также X2 опыта, X2 пособия. Хочу вам сказать, что я не являюсь никаким не гуру казино, не предоставляю никаких услуг. Мы просто идем вместе играть казик и делать на этом контент. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Попытка номер, блядь, сливаем последние бабки. Хуя последние, блядь. Да, у меня все в машинах, у меня нету денег. 15 миллионов, нормально. Так, стоп, сделай это, 2500. Поставь на 2 нуля. Сделай 2 411. Поставь на однерку. Блять, че вот эти фишки держите, блять, аж, блять, бесят нахуй, глаза режет нахуй. Ну, блять, я на них играю, потом хожу. По 2000 сделай. Началось, блять, щелканье, блять. Сейчас Коляну отвечу. Сейчас Колян с человеком тут порешаю вопрос, в казино играем. Ставь 23, девятку. И поставь на семерку. Деньгу давай. Ты там на старпере оставил бабки, да? Да, да. Я там фишки сразу купил. Десятка. Так, значит, у нас упало. Получается 0 30 10. Поставь 13 20. Сделай 6000 ставку. Поставь на 28. Блять, ну закати ты хоть раз нормально, блять, заебало. Давай медленно, пожалуйста, смотри, вот медленно пошла. Ага, блять, пошла она медленно. Блять, ну чё за дичь? Я, блять, аж бесит нахуй. На 23 поставь, на 25. И на 28. Пиздец, блять, аж раздражает нахуй. То и не то, блять. Тверка. На 35. Сделай 4000 ставку. Поставь на двойку. Сделай по 2. Поставь на 17. И поставь на 11. На двоечку надо. Вот, блять, вот дает как-то по-уебски нахуй. Поставь на 2 нуля.
на однерку и на 26. Блять, закати, и мы будем в нуле, нахуй. Давай, закатывай. Блять, закатило. 29. Какую-то хуйню сыпет, блять. Блять, блять, блять. 26 ставь. Двадцать четыре и на 13. Там тысяча фишек осталось, там же те слили, помнишь? Там было 400 фишек, блять. Ну надо было прям сейчас сдать. А, пиздец, тварь наебаная. Сделай 3000 ставку. 3000. 3500 даже. 3500. 3500. Там же 800 фишек было у меня. Нет. Сейчас проверим, погоди. На 20, на 24 поставь. 3 делай. А чё, блядь, издевается писать сообщение, блядь. В натуре бесит, нахуй. Ёбаный стыд, блядь. Пятерка. Пойдем на другой. Тройка, нахуй. Давай на 2 нуля ставь, на 12. И на однерку. Тридцать шесть. Тринадцать. Чё за чмо, блядь, горбатая лазит, сука, по столу? На однёрку поставь. На 22 и 17. Три числа подряд надо угадать. Блять, я так и, блять, ну пиздец. На однерку поставь. На ноль. И на 31. Один. Так, первое число есть. Ставь 28. На двадцатку. И на восьмерку. Восьмерку дай. Блять. А, ну нормально, кстати, слушай. Второе число есть. Поставь на 35. На 26 и 29. Давай, третье число. Пошло. На третье число. Давай. Вот,
35. Третье число. Так, поставь на 28. Поставь на 26. И поставь на десятку. Ладно, невелика потеря. На 2-0 сейчас поставь. На 26 и 11. Четвертое число нужно по-любому. Это прям не обсуждается. Ну, не сделаем сегодня, сделаем завтра. Невелика потеря. Это у нас 13, да? Да, 13. Ага. На 2 нуля ставь. На десятку. И поставь на двойку. Что, можешь повторить? Красные числа пошли. Поставь на 0, нет. Поставь на 16, на 12. Поставь на 27. По полторы обратно сделаю. Опять 23, смотри, что делается, точка. На 2 нуля сейчас поставь. На 32 и 30. Нем, он сейчас пока что на 2500 в плюсе. Ну, с учетом вчерашнего дня. Ну, главное, что вернули то, что вчера ставили. Но это 24. Угу. На 2 нуля сейчас поставь. На 17 и восьмерку. Все, лимит. По 1000 сделай. Че ты тычешь? Чат только захуячиваешь. Я не видел. Я думал, опять не дает поставить. Ну, мышку никогда не держи на столе. Это, блядь, ну пиздец. Ноль упал, блядь. Иди снимай. Это, что за фишка с переводом по почте денег? Там есть какой-то выгода какая-то, нет? Не знаю. Сегодня тип отправлял, говорил, что там типа выгоднее. 162 500. Итого 15, так, с учетом 2500 мы в плюсе. Того дня, которого проебали, мы восстановили и ушли в плюс на 2500. Итого мы уже в плюсе на 25 миллионов. Ну, по нашим играм. Условно. Да, по нашим играм. Безусловных.